Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здорово, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман и Юрка в GTA 5 мы, а это у нас рубрика «Битва автогонщиков». Здорово, друзья. Сегодня, ребята, мы прибыли в новый классный район, где и попытаем счастье в поисках тачек, а если быть точнее, спрячем друг от друга по 8 машин. Ну и после за 15 минут попытаемся все эти тачки, конечно же, обнаружить. Проведем еще парочку испытаний, я напомню, что баллы у нас тоже имеются, то есть у нас каждая тачка приравнивается к 1 баллу. Ну и за испытания мы добираем все оставшиеся баллы и побеждаем шоу. Не забудьте поставить лайки на этот ролик, не забудьте подписаться на канал и, конечно же, не забудьте, самое главное, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые прикольненькие видосы. Ну а мы вместе с Юрой прямо сейчас начинаем прятать машины. Полетели! Давай, погнали. Свою первую тачку я решил оставить вот здесь, на парковке. Вторая машина будет спрятана интересным образом на билборде красного цвета. Еще одна тачка стоит у нас вот здесь, на балконе. А на дереве я решил оставить Ламборгини. Посмотрим, найдет ли ее Юра. Очередную машину я решил оставить вот здесь. И это у нас будет Форд. Ну, а увидеть его можно будет с вот этой части зоны. Еще одна машина стоит на балконе. Вон там, на самом верху. Ее практически не видно. Но если увеличить, то заметишь. Nissan Skyline я решил оставить на новостном участке. Именно вот тут вот. Опять-таки, проехав рядом, он видит. Ну и заключительная тачка у нас стоит на козырьке. Вот именно там. И это у нас Волга. Тоже спокойно можно ее обнаружить. Ребята, это были все машины, которые я приготовил для Юры. Дожидаемся молодого и будем начинать. Ребята, ну что же, мы начинаем на все про все. Как я говорил, у нас будет 15 минут. Давай искать тачки, которые приготовил тли ты нам. Мы вам. Тли ты? Это что? Тли ты. Это кто? Это эти, дреды. Во, тли ты. Или... или какие-то, знаешь, букашки, жучки, вот, типа того. Типа того, типа того, типа того. Что-то у меня зона, на самом деле, ребята, слишком огромная. Прям очень большая, прям вот, ну реально. Мы как-то поначалу брали, думали, да нормально, вроде, ничего так. А как поняли, потом, ничего себе, так вот. Огромная, на самом деле, зона у нас. Поэтому, ребята, попытаемся сегодня хотя бы половину найти. Это уже будет хорошо, но если найдем все, это будет вообще прекрасно. Нет, это будет вообще появилось. Прекрасно. Какой? Ты что там банку открываешь? Какие очки? Ты под шафы? Еще, как говорится, фокнула. Ты, конечно, красавчик, слушай. Так, ладно, тут пусто. Хреново, что пусто. Было бы больше, было бы много капусты у нас. Где тачки, брат? Все, может быть. Или тебе уже все равно, знаешь, там уже как бы... То я что-то глаза в разные первая стороны, пошла, а между первой и второй перерывчик небольшой, да? Ладно, ребята, это все хреново, так делать нельзя. У нас испорчена только Юра. Че это? Ну что, разве нет? Нет. Ты еще тот испорченный жук. О, вижу. Визу, визу, что визу. Ты видишь, я не пойму. Я пока ничего не нашел. У меня для тебя же побольше. Какого хрена? На билборде ты нашел. И тут пусто. Кадиллак прикольный. Нет, как-то не нравится мне, а так могу сказать. Да я вообще что-то собраться не могу. Как-то у меня глаза, говорю, что в разные стороны разбегаются. По жизни? Или так? Нет, на съемке что-то. Не готов. Максимально странно, но я вторую нашел, но это легко было, ладно. Так, ты давай притормози, а, дорогой мой. Давай без этого. Ну да, ладно. Я тоже что-то нашел. Это. Да ебать тебя дышло! Че там? Че нашел? Мерс золотой нашел я. А-а-а. За, получается, куча досками был. Это не прикольно. Это не прикольно, потому что, ребята, во-первых, не прикольно то, что он золото. Золото, как само по себе, не бросается в глаза. Это прям жопа боль. Это прям конкретная жопа боль. Слушай. Я, конечно, все понимаю, я там тебя троллил пару раз, но может ты это, прекратишь такое делать? Зачем? Мы жили дружно-то. Мы с тобой жили дружно. Так, а дай-ка я проверю сразу. Ага. И тут пусто. Хреново? Катаюсь. О, нашел. Ты уже третий нашел? На крайне. Да блин, как? Ты ее не должен был вообще никак найти так. Ну, на удивление, ты поставил херово ее в этот, в кроны. Я ее специально было хорошо поставил. Видно. Там, как говорится,
Ты меньше бомбил. Нась. Так, внутри две. Ой, 3-1. 3-1. Это прям не так уж приятно. Не так уж... классно. Нормально. Как дела? Нормально. Ну, зона, е-мать, огромная. Я уже ездить устал. Да, вот это же. Я на самом деле, тут куча мест таких, которые, ну вот прям не посмотришь так с байка, знаешь, приходится так слазить с него. Я всякие скажу, балкончики. Я ставил так, что, ну типа, увидеть ну, типа, сразу можно. Ну типа, я одну нашел, только 3 минуты прошло. Большая. Ну типа, как говорится он. Тачки поставил, ну типа. Просто если по шар. Ты типуля, конечно. Факту. Ну тут, по-моему, не открывалось. Ладно, там вот та открывалась дверь. Я нашел вторую. Емать. Че по билбордам, ска? При этом золото, ска? На соседнем билборде, ска? Емать, ска? Хреново, ска? Прям рядом был. Прям вообще ни хрена нормального, ска? Я тоже обратил внимание, как забирал. Ну ты, ска, натуре, ска. Ладно. Вторая на базе, ребята. Едем за следующей. Ну я прям напрягаюсь, слушай. Я прям вообще... не прям уж так легко ищется так-то. Чё ты там чего, конечно? Да думал, машина, а это не машина. Ты так сказал, как будто... всю жизнь уже, знаешь, так прожил уже. Суть жизни понял, как говорится. Чё делать дальше? Да вообще чё-то чайку захотелось, если честно. Чайку? Один вот это вот все. Ребят, на самом деле, чтобы вы понимали, вот Юра он такой, вот видите, да, как бы мы тут ролики для вас красивые, классные снимаем, а Юра то чайку, то сюда, то туда, вообще парень не напрягается. Только. А еще и просрал тайминги, пришел не тогда, когда надо. Я когда нужно прихожу. Ага. Ну-ну. Я через 2 часа потом приду, когда будешь звать. Посмотрим на твою реакцию. Будешь жрать. Я просто спать пойду. Как резанный. Да ладно, я пока не вижу ни хрена. Слушай, а ведь это же тоже зона у нас. Ёпт. Да а чё мы так пожестили сегодня? А? Зона огромнейшая. Дядь, мы чё так пожестили-то сегодня? Да это мы чё почему там, так не знаю, друг друга не любим? Или перекурил? Да не, я таким не занимаюсь. Говорит, смотри зону. Я смотрю, думаю, куда нахрен? Да чё? Не, ну, ребят, мы снимали в 3 раза меньше. Ну ты заныкал, ладно, я хоть посмотреть додумался. Это сколько у тебя уже? У меня пока 2 только. 5. Вначале прям стоял. 5, блядь, что? Да. Жесть. Я извиняюсь, ребята. Ой, что-то прям нахлынуло, как говорится. В моменте так. Да не, я живой. Ну просто реально в моменте прям... Ай, у нас тут как бы похолодание жесткое пошло, видимо, может быть, я да вообще приболел жесть, чутка уже... или... Грубо говоря, в 15 километрах от меня уже снега по колено выпало. А у нас пока тебя? Держится. Опа, нашел. Еще одну нашел. А, ебать, что? Что? Там тоже... Ну там вроде бы все посмотрел. Я, короче, на парковку заехал тем временем. Вот, и парковочка. На парковке 2 тачки сразу нашел. Сразу 2 тачки нашел. Это получается у меня 4, а у тебя 5. Слушай, ты не должен был найти сразу 2. Так получилось. Хреново получилось. Все отлично получилось. Все идеально получилось. Ты мне тачку должен теперь. Ой, господи. У меня прям голос пропадает, жесть. Что я тебе должен тачку-то? Не должен. Ребят, плюс чат, кто ненавидит болеть, и кто, быть может, заболел так на днях. Вот, ну реально, напишите прям. Кстати, посочувствую вам, как говорится. Все посочувствуем друг другу в комментариях. Во, точно. Сочувствую. Сначала ты там чпокаешь, банки открываешь, теперь ты сосешь что-то. Что? Что с тобой стало за выходные, пока мы не виделись, как говорится? Может, я... Ну, такое. Мысленно в Амстердам съездил. Мысленно? Да. Мысленно ездить не надо. Так, ладно, такое. Окей, забираем 4-ю, ребята. По времени как бы еще пока все более-менее. Пока все более-менее. Я нашел еще одну, как не заметил. 6-ю уже? Ма, ты, конечно, да. Жесткий. Так, да, а я где-то ищется. Здесь вроде видел, да? Да, вот тут типа, я видел. Типа, чем меньше Слушай. Машина, такой большой зона, тем жестче, конечно. Так. Я не помню, она полицейская, что ли? Почему не могу у нее сесть? Тяжело ищется, это золотые тачки, вот я тебе так скажу.
Вот это прям тяжело ищется. Плюс-минус нормально, то есть, ну хотя есть у меня пару ночек для тебя. Вот именно. Вот это прям тяжело ищется, вот стопудово тебе говорю. Ну ладно, хотя бы 4,5 уже позади, по времени 8 минут позади, как бы еще время самое позволяет. Самое интересное, что у дебилов мысли похожи, то есть у меня половина ночек сегодня было, как у тебя. Ну, говори за себя, я как бы нормальный парень. Нормальный дебил, да? Нычки, если нычки, ты говоришь, похожие, то я вот тут еще ничего не искал, быть может... Бля, это же еще и метро. Бля, вот что? Что? Да ладно! Я нашел мерс. А, вообще, в соседнем окне, ты только что сказал про похожие нычки. Я такой думаю, ну поеду я в эту часть посмотрю, я тут еще не был. И нашел. В окне мерс, понял? Очень много похожих нычек было. 5-6. Это хорошо. Так, если ты говоришь, что еще где-то похожие нычки есть, ну мы сейчас поедем посмотрим, ребята. Сейчас поедем. Все, как говорится, проверим. Поедем, поедем, да-да-да. Так, у тебя... Знаю, что ты лось. Лось, ты здесь? Ну да. А вот единственный момент, вроде как, да, вроде как пока работает этот момент. Моментище, я бы так сказал даже. Да ладно, моментище. Ты метро ничего не поставил, не может быть. А ты что, ставил, о, что ли? А если поставить тачку в туннеле под зоной, это же тоже якобы считаться должно. Это прикинь? Ну, это будет вообще уфлиный поступок. Ну вообще, по факту, тут это пусто. Считается. Вот я сейчас там прокатился, это все зона. Так я как-то уже ставил так-то. Ты забыл? Нет. Что-то у меня уже было похоже. Так, тут мы уже все посмотрели. Ну мы ставили только на этот. Вот тут давайте-ка проверим. Как его? На Mirror Park. На Mirror Park? Да. А больше тут так пусто. Метро, чтобы прям под землей, прям в метрополитен, никогда такого не было. Ну это жестко. 10 минут позади прошло уже, друзья мои. Влепите лайк и напишите в комментариях, кто остался на этом моменте. Мне прям ты с носом остался посмотреть. В этом моменте. Да не, дядь, с носом здесь ты. Я-то с носом. Останешься, ты остался, наверное. С носом. Байк. Ну нету. Жесть. А где байк дел? Где-то байк. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Хер узнает. А, вон мой байк. Май байк? Так, май байк, май байк. Это чё? А, нах. Это тачка? Или, не, это не та, там уже не зона. Чё там не может быть тачки. Я! Свалился как никто. Я! Встать не помню, где еще тачки. Где еще тачки, тачки, тачки? Я мужик прям на бушку приземлился, блин, жестко вообще. Это позвоночник через задницу вылез, наверное. Не, это прям какое-то хренство. Хренство? Угу. Я знаю слово хренство. Ну, в натуре. Хренство? Это не интересно. Так. Я что-то смотрю в телек, и меня подтачнивает. Это либо давление, либо что? Мне кажется, это старость, дядь. Она подкралась незаметно. Ты даже ее не заметил сразу. Это просто организм этот, отвергает работу. Работать не хочет. А ты толком и не работаешь. Искать не хочет. Искать он не хочет. Посмотрите на него, блин, а. Ты. Где тачки-то? Где мой билет на пенсию? Да хер его знает, я сам катаюсь уже сколько. У тебя пенсии не будет. Расстрою тебя чутка. Если я стану миллиардером, то во времени я согласен. Нахер пенсию себе ставить можете. Так, ладно. Но если тут нету, то это такое себе. Там нету реально, там нету. Кто это за наколтачки? Я просто хизы. Слушай, прошло уже 12 минут. И казалось бы, я, ну, много мест проехал уже. И, возможно, даже все места проехал, а где еще я не был. Поехали уже. Такое. Подожди, а это тоже зона, что ли? Да, стоп. Сам она придумывал. А метрополитен, ты говоришь, участвовал, но если поставить, что? Он в зоне? А, он не в зоне. Но я там катался. Или в зоне. Я там катался, в любом случае. Да, парковка не в зоне уже. Да, парковка не в зоне. Эти балкончики галимые тоже же может что-то засунуть сюда, да? В том-то и дело, что ты будешь фуфила, если ты сюда что-то засунул. Потому что это действительно зона. Да, может быть. Это действительно зона, но да, это было бы вообще бы.
Я бы назвал тебя крысой. Так, ладно, вылетели отсюда нахер. Он-то крыс. Да не, дядь. Я так не жестил. Серьезно? Что серьезно? Я целый день, 15 минут катался возле этой тачки, только сейчас ее увидел. Вы серьезно? Что за тачка? Скай стоял прям в центре, короче, ну, на балкончике. Центр я дома проехал, не знаю, раз 500, наверное. Кстати, ты возле моих тоже уже раз 500 проехал. Значит, скорее всего, такой же эффект. Может быть, и проехал, но слушай, я не понимаю. Во-первых, они золотые, на. Но у меня точно одна нычка осталась, как у тебя. То есть такая же, прям один в один, только в другом месте. Дерево, так, что скажу. Ли, блин? Ну, может быть. Это вообще жесть. Это вообще жесть. Есть такое. На самом деле машина там глаза очень сильно бросается. Она потому что блестящая. Прям все прям блестит, как герзачо. Как яйца, которые наполировали, не знаю. Чингисхана? Возможно. Жесть, 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 жесть. Нет, это настолько тупо сейчас, то есть зона настолько большая, что уже не то что ищется, ты просто катаешься и в надежде на то, что ты просто выйдешь к тачке. Вот да, 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 в этом-то и дело. Потому что я, ну, очень много мест уже посмотрел, прям очень много. Еще глаза я бы так сказал, даже, наверное, все посмотрел места. Короче, купил себе защитные очки от монитора, и они что-то такие голимые, эти глаза, блядь, больше болят, чем защищают. По факту. По факту, факту, факту. Ну, это все, время вышло, и я тем временем тоже здесь уже последнюю искал. В надежде, что, может быть, что-то найду. Последнюю ты одну не нашел? Я одну не нашел, вроде. Раз, потом два, предположить, три, четыре, что пять, это шесть, где-то. Семь. Подожди, а скандал ты нашел, да, только что получается? Вот, что? Да. Вот тут вот он был на балкончике, прям. А-а-а, я понял, что ты не нашел. Вот она, Мерс. Мерс, Мерс, да, это жестко, это очень жестко, но если его именно все балконы просматривать с помощью телефона. Да? Ты не, ты не увидел? А я ее даже не вижу. Ее вот видно вот отсюда, если с помощью телефона ты видишь. Да, 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 да. Прям жестко видно. Ну а теперь ты показывай свои тачки, которые я не нашел. Это что? Где они? Первая вот. Эй. Первая вот она. Максимально изёва. Ты сюда не заехал, наверное, в Педникс. Иди ты нахер, слышишь? Иди ты нахер! Ты проезжал. Ты проезжал. Иди ты нахер, да! Так что нужно прям заехать. Это пиздец. На скорость. Это просто закопано просто. Что? Ладно, нормально. Вторая. Вторая дерево, про которое я тебе говорил. Ты здесь по-любому 100 миллионов раз проезжал. Иди ты нахер, слышишь? Вот, а я угадал, да, что на дереве спрятано, да? Я угадал. Да, 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 угадал. Еще посмеялся в этот момент, но я не знал, какое. Ну, у нас где-то 4 тачки, где такое получилось, что ли? То есть билборд, да? А третья, за решеткой, дерево и еще что-то. Ты что тут делаешь? Ничего, я думал, ты полицейский участок. Нет, все, все, все правильно, все здесь. Ну вот это самое жесткое. Но опять-таки. Ну, да ладно! Да ладно тебе, да, вижу уже. Вот сейчас а вижу. Они еще как анимации, прям жесткие, так еще глаза бросают. Да, да ладно, я ж тут даже проезжал вроде. Ну я не заметил то, что. Ну, смотрите, травой что-то не так. Видно. Да, обидно. Ладно, ребята, машины показали, какие не нашли. А теперь отправимся, проведем испытание. Погнали. Махач, махач, махач. Ребята, первое наше испытание — это дерби до двух побед. Мерс против Пагани. Ну, давай попробуем. Махац. Махац. На самом деле, я могу здесь отыграть 2 балла, которые я не нашел на тачке. Ёпта! Опа. Первый балл уже отыгран. Да, если мы сейчас выиграем, то у нас ничья. И, ребята, да, победа в этом испытании. Погнали. Ты что, 5 нашел? А, ну да. Да. Ну-ка, может, что-то не полетит. Блять, ты овощ! О! Упади! Сука. Вообще без шансов. Не, ну у меня прям хорошая тачка, на самом деле, я взял для этого испытания. Ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо огромнейшее за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем удачки, хорошего настроения. Пока-пока. Пока, народ.